Эту фотографию прислали одну из первых. Малышка Оленька очень любит землянику и есть, и собирать. Она так помогала родителям, что буквально уморилась. Екатерина Шаронова своей фотографией показала, что братья наши меньшие тоже неравнодушны к ароматной ягоде. А эту фотографию лесной феи Таисии сделали специально для конкурса. Дедушка быстренько привез нам землянички, веточки. Мы с дочерью сплели веночек и водрузили его на голову внучки. Она очень сопротивлялась, плакала сначала. Она не могла понять, почему ягодки на голове. Все пыталась снять. Потом мы сообразили и решили ей веночек этот на панамку надеть. Она так обрадовалась, на фотографии вы видели. Телекомпания «ЛТС» вручает вам главный приз. Это 5 килограммов сахара для заготовки вкусного варенья на зиму. И диск тоже телекомпании «Альтес» каждому декабристу Забайкалья. Он очень познавательный диск. Почему бы и не знать про нашу историю, про декабристов Забайкалья. Книг сейчас не так уж и много, а диск, в принципе, познавательный будет. Я думаю, интересно посмотреть. Интересно было посмотреть нашим гостям и на творческую кухню телевизионщиков. Гости узнали о процессе подготовки новостных сюжетов. Заглянули в мастерскую режиссера, человека, который всегда остается за кадром. Режиссер, по сути, объединяет в единое полотно результат творчества оператора и журналиста. Особое впечатление, как всегда, производит святая святых телекомпании «Альтес» студийный павильон прямого эфира. Конечно, рада, что победила в этом конкурсе. Папа. Хочу, чтобы было побольше таких конкурсов проводилось. И, конечно, будем участвовать, стараться. Анастасия Удовиченко, Лев Нескромных, «Время новостей».